Правительство Якутии приняло более сдержанный вариант планирования бюджета. Сегодня Кабинет министров республики на заседании рассмотрел целый блок вопросов, касающихся экономики и бюджетного планирования. Для формирования бюджета Якутии в качестве базового был принят вариант, который предусматривает более сдержанные прогнозы экономического развития. При этом учитывалось, что в прогнозный период сохранятся действия санкций со стороны США и стран Евросоюза. Это будет увеличивать внешнеполитические и внешнеэкономические риски для развития экономики Якутии. С учетом этого был принят прогноз, и сразу после подписания постановления правительства он будет передан в октябре на рассмотрение Госсобрания Илтумен. При этом вот в рамках этого прогноза, если мы будем планировать по базовому варианту, то у нас темпы роста будут ежегодно по валовому региональному продукту порядка 2,8-2% ежегодно. Но если все же ситуация внешнеполитическая в большей степени изменится, то мы, конечно, рассчитываем на существенное убыстрение темпов. Это у нас второй вариант, более интенсивный вариант. И это нам позволит уже к 2018 году выйти на рубежи порядка 930-950 миллиардов рублей валового регионального продукта. То есть это мы приблизимся к выполнению в целом задачи по достижению валового регионального продукта до триллиона рублей.